Здравствуйте! Вы смотрите прогноз погоды на канале ЭНСК-49. Циклон занимает северную половину Западной Сибири, а его штормовой теплый сектор растягивается перед двойной системой холодных атмосферных фронтов от восточного Казахстана через юг Сибири далеко на север в Ингии. Далее более подробный прогноз. В понедельник, 4 ноября в Новосибирске погода без осадков. Ветер южный 2-7, порывы до 13 метров в секунду. Ночью столбик термометра покажет плюс 3-5 градусов, днем синоптики прогнозируют 10-12 тепла. Спонсор прогноза погоды – магазин якутских хунтов LA. Обувь на любые морозы. Держите ноги в тепле. Вы смотрели прогноз погоды Западно-Сибирского метеоагентства. На этом все. Желаю хорошего настроения.